забрали на интервью уже. Да. Разговоры про интервью, репортаж и заметку. Еще школьники, но уже знают азы журналистики. Рушан Байрамов на пирсе с фотоаппаратом. За плечами девятиклассника уже опыт работы журналистом в Арском дворце школьников. Хоть я всего лишь перехожу в 9 класс, но я пришел в Алтынгалям, чтобы научиться лучше фотографировать, улучшить свои навыки. Не стесняясь, они с удовольствием говорят на камеру и даже сами предлагают взять у нас интервью. Мы не растерялись и решили сами проверить их навыки. Что вам нравится больше всего в журналистике? В журналистике мне больше всего нравится атмосфера, атмосфера общения с людьми, атмосфера работы непринужденная. Ты делаешь, ты занимаешься творчеством, делаешь то, что тебе нравится. Все. А теперь скажи мне, что ты напишешь по итогам этого интервью? Я напишу о том, что к открытию фестиваля Алтынгалям приехал канал Универ ТВ. Это основной канал Казанского федерального университета. И что они брали различные комментарии от участников и вообще сняли огромный репортаж. Это уже 23-й фестиваль Алтынгалям «Золотое перо». В этом году он пройдет на теплоходе. За 3 дня ребята вместе с наставниками побывают в Елабуге, Свияжске, в Болгаре. И на протяжении всего пути их ждут мастер-классы и творческие командировки. У них будет возможность почувствовать себя редактором. У них будет возможность почувствовать себя корреспондентом, дизайнером, радиоведущим. То есть полное погружение в будущую профессию, имя которой журналистика. Давать мастер-классы и оценивать работу школьников будут преподаватели Казанского федерального, председатель Союза журналистов Республики и секретарь Союза журналистов России. Работать мы будем по-взрослому, будем делать свой интернет-ресурс, который потом останется, снимать видео, делать фото, ну то есть по полной программе конвейер. Победители фестиваля получат грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Это хорошая школа. То, что раньше называли юнкоров, юных корреспондентов, которые, на всяком случае, дает шанс влюбиться в профессию и понять ее, а потом уже приступить к более плотному изучению. Чтобы попасть на теплоход и получить такой шанс, школьники проходили зональные этапы в Болгаре, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Слово – это ключевое, что есть у журналистики, и дети с вот этого уже возраста, подросткового возраста, должны понимать, что слово – это один из самых сильных инструментов, который у них в будущем, может быть, будет в руках. Впереди их ждет 3-дневное путешествие по просторам Волги и Камы. Кто сумеет интереснее рассказать о нем и показать его, мы узнаем уже по прибытию теплохода в субботу. Салават Мухаммадуллин, Владимир Нелюбин, Универньюз.